Эй, пишите, пошел ли стрим? Пошел ли? Я икнула. Опа. Простите. 1, 2, 3, класс. Как хорошо, когда винда на SSD, да? Так быстро перезапустила, все. Вас даже вообще не убавилось, вы такие молодцы. Сколько было, столько и осталось. Спасибо, ребята. Спасибо. Так, сейчас я открою все нужные вкладки в браузере, потому что у меня только комп перезапустился, и я тут открыла чат и OBS и запустила все. Вот так-то. Вот так-то. What you say? Ты-ды-ты-ты-ды-ды-ты. Нет, сейчас показываю, что в чате 143, что ли. Ну, чуть побавилось, но ладно, сейчас, подождите. В чате сейчас 143, счетчик показывает 113. Так. Это вот я написала на всякий случай в чате для тех, кто... да. Кто не видел, что стрим пошел. Сейчас я попробую еще раз запустить игру. What you say? Ди-ри-ди-ди-ри-ди-ди. Ди-ри-ди-ри-ди-ри-ди-ди-ди. 144 сейчас в чате. Да, да. 144 человека в чате. У меня стоит... Это что у меня? Better TV? Так, ладно, давайте попробуем запустить игру еще раз. Посмотрим, на каком моменте был автосейв. Я надеюсь, эта игра работает не так, как Були, и все будет нормально. Потому что вспомните, сколько раз мы пытались пройти Були, и почему мы дропали. Потому что игра крашилась, автосейва у нее нет. Да. А о чем речь там? Что в VR выйдет? LA Noir? А, в которой я не буду играть. Хи-хи. Не буду играть в LA Noir. Мне не понравилось. Только в мультиплеере были краши. Ух ты. Что происходит? Сюжет. Ну давайте. Посмотрим, на чем мы остановились. Ладно. Я боялась, будет хуже. Часы. В тот же глаз ему выстрелила. An entrance, bro. Now let's get the hell out of here. Подождите, мне еще что-то делать надо? Или нет? Я не помню. Что сейчас будет? А, нас не стали взрывать. Вот что будет. Точно. Нас не стали взрывать, и это прекрасно. А ведь Були мне нравился. Мне нравился Були, но из-за того, что он крашился постоянно, при том, что у меня было вот это новое здание. Забыла, как оно называется. Anniversary Edition или что-то такое. Sure, trouble finds us the same way you found me, slumped in a bar, drunk on self-pity. I'd been sitting at the bar for 3 hours, or about 5 years, depending on how you looked at things. I tried not to look at things. I tried not to think about when it was that my existence became less about the things that make up people's lives, and more about the holes that losing those things leave behind. But I wasn't doing a very good job at it. Да. Put the music on!
These pricks had been annoying me for days. They were typical Jersey rich kids. The ringleader, I think his name was Tony. His dad was some well-known hood, drug dealer, racketeer, pillar of the New Jersey community. Line them up, line them up, line them up. Let me ask you a question. Let's go. Where the fuck are your donuts? This kid had a well-developed sense of humor for New Jersey. Seriously? Макс Пейн, I thought I told you to get out of here, old man. Я просто боюсь пропустить катсцену, если так не пропустить. Nice echo. Полностью. Do gorillas have personalities of their own, or they just agree with everything you say? Just say... Все, у меня заело ее. Funny's hilarious. Yeah, has been washed up old cops. You go on TV. Yeah. Tell some jokes about how you got your wife killed or some shit. Yeah, where's the little old lady? Or... How you got involved with killers? Сейчас придется смотреть на этих уродов. That's a good line. You practice that in front of the mirror in your underwear? Your father owns this town. Yeah, dear old dad, well-known drug dealer and murderer. You're nothing but a chump. Hey, don't disrespect my family. You ain't got the right. Hey, you don't take that from this punk, Tony. Так я мудак, буду разговаривать с тобой как мудак. Он такой, ха, ты мудак. Не смей не уважать мою семью. Вот тебе пушка в лицо. Say you're sorry. Has-been caught, motherfucker. Say you are sorry. Say you're fucking sorry. Look away from me. Look away from me. Don't you stare at me. Say you're sorry. Listen to him. Which you want first? Don't act clever, you fucking leather jacket dipshit cop cunt. Don't act clever. I will blow your brains all over this fuck counter, this every fucking where. Come on, Tony, calm down. Don't fuck with me, Marty. I'll shoot you as well. Marty. Don't fuck with me. Marty, he ain't fucking kidding. Put the gun down, son. Oh, who the fuck is this? Put the gun down now. Thank you, thank you. Я выпила чай. Get the fuck out of here before anyone gets shot. I got you. Who the fuck are you? I don't worry about it. Go on, fuck off! Я выпила чаек. I look forward to it. Yeah? Stay right here, stay right here! You don't know who you're fucking with! Yeah, whatever. Max fucking Payne! How you doing, man? Оно само нажало escape, если что. Она свернулась. Она свернулась. Пауза сама включилась. Я ничего не жала, у меня руки на коленочке были. Контроллер ничего не задевает. Просто включилась пауза. И игра свернулась. Хорошо, я тыкаю развернуть. У меня лагает OBS. Почему это было, никто не знает. You don't remember me? Pasos. How pasos? Come on, we went to the academy together, man. You don't remember? Я не знаю, что это за дресня. I spent 5 years on the beat in the Bronx, working homicides. I nearly got killed, man. I gave up. I got into private work. Here, Central America, Brazil, where my family comes from. All over. Ah, that's great. Фигня какая-то. World. Keeps me busy. I take care of people, you know? Proper bodyguarding. Просто and I'm working фигня. For a good firm. I'm actually here on a bit of a recruitment drive. Yeah, well, why don't you drive on off back into the sunset there, Pesos? It's been nice catching up. At least let me buy you a drink. Yeah, sure. Anybody can buy me a drink. All right. Two more. Look, this is the way we do it in Brazil, baby. I had to admit, I kind of like the guy. Hey, another round, another round. Max is buying. He had a great set of stories, but I still wasn't interested in becoming a white knight тебя, again. Угости тебя выпивкой, только ты плачешь. What, I don't look like I go to Shakespeare or something? Сауджи! Cheers! Они вернулись, серьезно? You still got something to say to me? Yeah. Fuck off. I don't like spicks who tell me to fuck off. Они еще одного с собой взяли. Well, good for you. Now fuck off! Don't stare at me, whore. Fuck you, asshole. No dick, asshole. What'd you say? You heard me. I'm not frightened of you, you spray tan Guido douche. The girl sure had balls. I had to give her that.
shit! I don't know why I did it. Guess I never liked seeing girls get hit. But from that moment, I was dead in that town. Hey, I'm moving! Hey! I'll cover you! No, dickweed out, douchebag! I hope you all die! Get your head down! Hold position! Let the chopper move! Ну-ка, вылази! Кому говорю, выходи! Выходи, говорю! Женщина, ты где? Jersey don't change! А где еще-то? Эй, это голова? Нет. А, он там сидит, поглядите на него. Отлично, отлично. Дай fucking fuck, согласен с тобой, женщина. What you say? Ну где он там, боже? Так, а, они там за стойкой прячутся. Да кто? В кого там стреляешь? Это трупы. Их же было четверо. Ай, да пошел ты. Фига себе. Стой, а где мой прицел? Боже, что я делаю? Ну просто смачно грели ее. Почему она должна была сознание потерять? Вот это я, конечно, да. Мастер стрельбы. Подожди. Так, он пошел туда. А тут не будет таблеток, нет? Таблетки. О, боже, я испугалась. The bar held a lot of memories for me. Most of them fuzzy, but memories nonetheless. This looked like там что-то было. А. А. А, ну здесь лежала. Ну ладно. Бежит. Так же бежит, реально только камера. I've gotten into my share of bar fights, but that night made me wish for any one of those. It ain't often you get nostalgic for getting your ass kicked by six sailors on shore leave. Где третий? Да ладно. Стоп, стоп, стоп. Ты что себе позволяешь, алкаш? О, привет. Откуда здесь, а? Откуда здесь их столько? Скажи мне, друг. О, там. А! Ёп! Я отвлеклась на таблетки, их там еще внутри было так много. А-а-а, пардон, да, надо прыгать, я забыла. Я забыла, что прыгать надо было, извините. Так, тихо. Тихо. Time to see what's waiting outside for us. Well, it ain't gonna be a warm cup of milk and a blowjob. Что там? Кто здесь? Ширнусь. Ничего не знаю. Хочу ширнуться. Что я здесь забыл, собственно? The only way my first meeting with Passos could have gone any worse was if he turned a gun on me along with everyone else. I should have realized. Partnerships start as they mean to go on. Опять зикнула, да что ж такое-то? Я что-то разыкалась прям. Так, а что-то мне хотят, подождите. В эту дверь, чтобы я пошла, да? Тут можно не бывать этого бандита? По-моему, нет. Ну, то есть, у меня был slow motion, я думала, может, не стрелять. Ну, видимо, просто ничего не произойдет, он застрелит тебя в ответ, или что-то такое произойдет, и в любом случае придется стрелять. Да. But you say... Stop. I told you to stop. Come on, huh? We're not fine. Ладно. I told you to stop. We're fine. What do you mean we're fine? Come on, huh? We're not fine. Видали? Полежу. Это было хорошо. Великолепная стрельба. Между окнами двух тачек.
Не, ну вы это видели! Вы это видели! Крутота! Это один из моих лучших выстрелов будет. Да вы зачем Shadow Play? Вы же можете делать клип. Понимаете, бывает, бывает у меня на стримах MLC моменты. He could have been setting me up for a fall. Something told me to stay put and trust him. Так, господа. Я пошла. Где последний? Okay, серьезно? Я думала, я попала. Ну ладно. And there he was, back in amongst it to help me out of a jam. А, это мой друг. Извини, братан. Я увлеклась что-то. Я увлеклась, это мой кореш. Ну извините, я вижу. Я человек простой. Так, я, по-моему, не попала. Так, главное не стрелять в друга. Ой-ой-ой, хп, хп, хп. Back in amongst it to help me out of a jam. Так, попал. Даже не думай. Так. Ну я, блин, ну извини, чё. Ну стой! Ладно. Я очень сильно отхватила, поэтому... На. На. Кто еще стреляет? На. Да пошли вы. And there he was, back in amongst it to help me out of a jam. И все. А я хотела в прыжке красиво. Блин, я могла пройти это все с первого раза, если бы в него не выстрелила. Но я что-то. The bar was right around the corner from my apartment. It only took a few minutes to get back. Я решила пострелять. Почему бы и нет? Боже, ну какой великолепный был этот выстрел! It's a nice place you got here, homie. Он был просто прекрасен. Why are you living like this? Like what? You know, scratching around, sitting in bars all day. Мне кажется, я так жила, если бы жила одна. Maybe I just haven't found the right guy to put a bullet through my head yet. I just don't know. Мне кажется, я бы так жила. I can get you work, Max. Work that only a guy like you can do. Can you give me work sitting in a bar feeling sorry for myself? Where do I sign up? Забавно, тут иногда надписи всплывают. Флюги Гехайм. Был бы умнича, я бы был с ними. Hey, I lost loved ones on the street. Right? Family. More than once. Yeah, I know. So leave. Start over. You've mourned enough. А что мне нравится от жалюзи розовый свет такой. This is protecting people in places where the cops ain't too hot. No, thank you. Как все красиво глючит. Я чешу себе голову еще, мне так прикольно. Нужна чесалка. About that plan. I'm coming after you, you motherfucking murdering bastard! Made 100 angry greaseballs! Who's that? Спайпермен, 10 месяцев. 8, извини, я слепая. 8 месяцев. Пепперман с возвращением. С возвращением. 8 лет. Алерты, прошу, работайте. Работаю, все хорошо. Спасибо. Да, как Волфом у нас. У него и квартирка-то похожая. У них. You killed my boy! You killed my only
Что ж ты воспитал его как мудака? Воспитал. Его бы убил кто-то другой, если не я. When did I ever needed to invite trouble in? It always found me, no matter where I hid. Vamos, man, let's go! В смысле, пошли, подожди, таблеток, нет таблеток, понимаешь? Ух, ё, понятно. Слушайте, ну я же у себя дома, может тут что-нибудь есть? Посмотри. This old guy, my days of playing dress up were over. I wasn't some gallant knight. Там же какая-то перестрелка. I didn't need a shield. Это что, пупок, Спейперман? Это пупок? А что дает золотое оружие? Просто мне интересно. I guess I thought if I was going to be shot in the face in here, it would probably be me pulling the trigger. Попали разок. А я могу прыгнуться? Как там кувырочки-то делать? Падаю. Падаю. Успели. Просто оружие и все. Это черное солнце. А что это значит? Черное солнце, ё-моё. Черное солнце, все. Don't be afraid of the fire. Now I see. Как you говорится. You think they'll char your skin and char your bones? But it'll make you clean in the long run. The joys of hygiene. Come to me, you sinners, you evil men. You were born and built in squalor, but today you will be cleansed. Он нормальный вообще? Cleansed in fire. No, no! Чё? It was hard seeing Brewer go out like that, but I got to thinking. Вы знаете, что отправляется сюда, да? A chance to make a difference. Офигеть. At least that's what helps me sleep at night. Фига, он что тут делал? The apartment made me wish I'd got to know him better. Я в GTA обожала эти штуки по телеку. We join our hero on a top secret training mission. That's more like it. When, in the blink of an eye, the trickster Sassy Коварный Сасси. And grabs Bicycle Helmet Girl. Help me, Baseball Bat Boy. I'll save you. Base is loaded. Here's the windup and the pitch. Then suddenly, the trickster Sassy presents his latest evil trick: a devilish aging ray. Oh no! Don't get unnaturally old before your time. Don't worry, Bicycle Helmet Girl. I'll never get old. Oh drat! I got old. Hit a grand slam and save me, Triple B. Этого не было в GTA 5, там другое было. Я смотрела все по телевизору, GTA. Вот этого там не было. Find out in the next episode of The Adventures of Captain Baseball Bat Boy. Hippos get hungry in the middle of the night. Good thing Hippos Hamburgers is open 24 hours. Try the Hippo Family Pack. Keep those little hippos fat. Но Макс! Манифест. Made for interesting reading. If I'd been given a few more years looking into the bottom of a glass, I might have been on the same page. Мда уж, мда. Looked like he was keeping an eye on me. Must have thought we were kindred spirits. More and more, I think he was right. Так, стоп. Почему я не могу идти? Я не могу перейти через труп. О боже, что это? Стоп. Что? Дверь? Ой, мама.
Падаю. Преодолела. Все получается. Ой, мама. Ой, мама. Ой, мама. Тихо. Летите, меня насували, потому что я не умею. Слышь, ну-ка, высунул. Кто это сказал? Вы серьезно? Нет. Так, нет, это ты умрешь. Где твоя голова? На. Нет. Пес, а? Уклоняется еще. Офигеть. Но нам-то что? Да. Кто это сказал? Нет, ребят. Почему я просто подставляюсь под пули? А ну стой. Я ведь могла этого не делать, правильно? Но я сделала это. И теперь мне лечиться нечем. Давай, офигели все. Ну стоять. Я буду так делать. Ситуация напряженная. Ну на. Меня же не обойдут, нет? Чё, где еще один? Ну, стоп. Так. Да пошел ты! Так, кто это сказал? Чё обзываешься? Неужели только так забираться наверх? Ой. Gunfire over Hoboken. Felt strange to be at the center of it again. Like всё, an old comedian hearing one last round of applause. А что здесь забыла? Ай, ну ладно. Coming into Newark Airport. Get right on the Pulaski, pal. Don't look down. А помните, в первом Макс Пейне вертолет летел, снежок шел? На Е можно забираться. Зачем, если прыгать так прикольно? Зачем взбираться на Е, если прыгать так весело? Ой, лошара. Теперь прыжок Веры. Я это узнал только на третьем их прохождении, до этого прыгал. Все прыгали, неплохо. Видите, нас таких много. It looks like they might be away down through the wreck up here. Yeah, все прыгали. Мы there were wrecks all around, and not the kind you fix up for a weekend project. These were the wrecks you crossed the road to avoid. Yeah. Ладно, смотрите, оба. Ну прыгать же так весело. They're always one step ahead. They don't need to second guess us when they're covering all the angles. Где эти петухи? Ладно, перелезу. Давай, лезь. Лезь, братан. Лезь.
кто еще тут есть? Убер! Да ладно! Тыщ! Тыщ! Ой, там кажется кто-то, смотрите. А ну, голова! Нет, это не голова. Это не голова. А ну, высуни! Так. А ну, стой! Что этот парень себе позволяет? Писюн. Нет, нет, кажется, не попал. Он еще жив, он еще жив, он еще жив. Да пошел! Да ладно, как я... Ой! Так я сейчас зафейлилась, конечно. Так, вообще я хочу стрелять. Черти, псы. Так, стой, подожди. Перезаряд. Ах ты пёс, а ну получай! Нет, он еще жив. Он еще жив. Что, финалку? Дополнение про ассасинов. А кому нужна эта финалка? Ой, мама. Ой, нет. Так, вон. Зора 3050. За $10! Чего? Спасибо, добро пожаловать. Спасибо большое. Добро пожаловать, Вилку. До новых сабов. Я еще, вероятно, всего в среду повторно отправлю форму на сабдей. У нас, если что, сабдей в эту субботу. Приходите все. Часов 5, наверное, ориентировочно. Будем играть в игры, которые вы выберете, и разыгрывать среди сабов всякие клевые игры. Что-нибудь среди ансабов тоже разыграем, но это не точно. Да, я думаю, предзаказ на Middle Shadow of War и, может, на South Park. Может, так сделаем? Потому что в Wolfenstein мы уже много разыгрывали. Обе игры выходят в следующем месяце. Да, ребят, да. Все гениальное просто. Интересно, а тут есть таблетки, как вы думаете? Мне кажется, нет. Я их не вижу здесь. Обычно мы разыгрываем один предзаказ, но мы... О, да, хотеть. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Так, и чё, и чё? Can we, please? Пошёл ты. Так, меня сюда не пускают просто. А чё это я на карте? I was guessing the stairs wouldn't take us to the penthouse, but they were worth a shot. Fancy seeing you here. Так, это наш кореш, все нормально. Но у нас ХП на один выстрел. Это... Подожди, я слабенькая. Великолепно. Так, сейчас мы с вами шарнемся. На все. Гулять так гулять. Дустане не получится, потому что, я говорю, в Blizzard нельзя дарить игры в подарок. А дарить сертификаты денежные я не хочу. Или деньги. Потому что деньги дарить не прикольно. Финалка забавная игра на самом деле. Мне понравилась 15-я финалка, но не для стрима. Chumps have been chopping up cars around the corner from my apartment for the last year. The ex-cop and me clocked it months ago, but the deadbeat and me didn't give a shit. Ну, в нее залипать надо, а я ленивая. Почему предзаказы не вышедшие? Потому что предзаказы прикольные. А вышедшие, вероятнее всего, у вас уже есть. Ты что творишь, шайтан?
Что творишь, шайтан? Так, где твоя голова? Нее. Где еще что-нибудь голова? Сбоку меня нашпиговал просто. Не, вот раз будет не Wolfenstein, я подумала, будет, наверное, Shadow of... Middle-earth, Shadow of War и South Park. Ой. Тисюн. А ну стоять, я тебе отворю. Специалист по головам. Потому что... Да что ж ты будешь делать? Так, ладно. Но ассасины не очень. Я просто как-то... Так, получай. Где там третья голова? Я прыгаю обратно. Чё ж ты творишь, Макс? Подождите, может, это стреляет точно. Укрытие! Да вы прикалываетесь, а? Да даже Египет не спасет Assassin's Creed. Как бы мне так пострелять? Что бы меня? Меня шпиговали пулями, а? Нет? Вы серьезно, да? Вы серьезно? Твою мать. Так, о, у меня же есть чем закинуться точно, подождите. Опа. Так, ёб твою мать. Так. Последняя пуля. Прошила шею. Всё? Scotch and pills. What could possibly go wrong? Тут на каждом уровне по три детали, что ли? Как я поняла, да. Колда. Привет, Мерк. Так, кто там? Кто здесь? Я иду. Ладно, все нормально. Это я просто люблю прыгать. Просто я люблю прыгать. Если что, то там... Ой, блин, что-то пока... А, да ладно! Ой, не та кнопка. Сорян, подождите. Воу! Чё эти псы себе позволяют? Там ещё, смотрите. Воу! Что-то там бахнули, да? Что происходит? Он умер? Кажется, просто мне кажется, скипнул слоу-мошен. На уровнях по 4-6 деталей от одного до двух оружий. Let's go, amigo. You like that? Я не знаю, может, будет Wolfenstein вместо Ghost и South Park. Yeah, nice. Точно хочу South Park и что-нибудь еще. А что еще, не знаю. Не определилась. Yeah, place, можете кто-нибудь сделать straw poll голосование, isn't разыгрывать so look, Middle Earth или Wolfenstein? Или Assassin's Creed? Want a job yet, Max? Кто хочет сделать строу-пол в чат закинуть? Сейчас заодно и определимся. So here we were, miles up the Tietê River, looking for what we did not know. Max, you listening? Max, so like I was saying, I think they're a group called the Crashapre. Why'd you tell me they were called the CS? They are. Но вы считаете, что мы эти игры только среди собой будем разыгрывать? За прошлый сабдей. She was kidnapped by the CS. The guys that crashed our little party at the stadium, they were a group of paramilitaries. Дрось, можешь закинуть? You'll have to forgive me for not being able to follow all this. You're not supposed to follow it.
government can't even follow it. It ensures that no one's ever guilty. So why'd they do it? Bust us at the stadium. Somebody told them we were gonna be there with a whole lot of money. Все равно будет касаться на самом, anyway, чтобы the money's сам, gone. Чтобы они больше хотели получить. Let's hope we can get the girl back. Если yeah, бы... me too. Они... Wonder where the hell she is. Участвовали в розыгрыше. You know there's a harbor about a half a mile up. She's gotta be there. It's a known Comando Sombra area. No, if I've been doing my job properly, we wouldn't be out here in the middle of nowhere looking for some broad who got pinched on my watch. That's what we tell ourselves, huh? It's all our... Я просто что-то ее вспомнила. I'm serious. By the time they grabbed the girls, I was half cut. I ain't slipping, man. Музыкальная пауза была. I'm slipped. I'm a bad joke. Max, we work private security. We're all ex-soldiers, ex-special forces, ex-cops, ex-good guys. Да, пенсиумус. Проверяли личку на твиче. О, собрались. Спасибо. Вот, собрались, закинул. Может, даже прям подряд несколько раз. So that was it, was it? Say the magic что word вы хотите be absolved увидеть, your sins. Кроме South Park? If only shit were that simple, I'd have done it years ago. Me, I've been stuck in the past so long, I'd forgotten what year it was. Max, так, это какая же глава, кто следит? Или часть? Глава, часть. Cut the engine. Right in. Don't go anywhere. Заключительная глава первой части. Класс. Ну, давайте добьем. Давайте добьем первую часть. Это свой, наверное, да? Секрет, секрет, огоре секрет. Что-то мне хотят, наверное, сюда. О, что? Looked like Passos had brought us to the right place. That was the chopper the Commando Sombra used to escape the nightclub attack. If Fabiana wasn't around here, then at least someone that knew where she was had to be. Ну, ладно, давайте попробуем пройти сегодня. Почему бы не пройти за стрим часть? Мне кажется, правда, потом следующие части будут подлиннее. Ну, то есть технически игру можно пройти за 3 стрима, я правильно понимаю? Небольших. Я не знаю, зачем это сделала. Here I was, some hopped up gringo a long way from home, making trouble the only way I knew. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way. But what would happen to that girl I was supposed to protect? A bullet will sometimes work as well as a key. Заело, I had no idea what lay ahead, and as much as part of me would rather be anywhere else, I knew this was where I had to be. I felt responsible. I just had to fix the situation right here. Нужно исправить ситуацию. Здесь и сейчас, погнали. Еее, потому что клёво на пузо падать. Я же не дамажусь, когда каскадёшки прыжки устраиваю. Кто знает, I couldn't understand them, but I didn't have to. Cheap hoods are the same from here to Timbuktu. Там, по-моему, карлик какой-то стоит, или мне показалось. Slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. Serrano. It seemed that our suspicions were correct. Fabiana was here, somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible. Last thing I wanted was a party with these clowns. Чё, стелс? Серьёзно? Нее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 
Давайте начнем сначала. У нас есть глушитель. Убей пресс. Ну, лучше вот так. У меня же был глушитель, ё-моё. Я серьезно? Слушай, что? На тебе пищу. Понял. Босс. Вот. Так, вот. А я просто взяла и побежала. Moving toward the signs of life, rubbing them out as I went along. Я просто побежала. Вот это стелс, да, ребят? Ну я знаю, я профессионал стелса просто. Если вы не знали. I'd seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type. I had to find that room quickly. Не важно, что они стреляли без глушителя. Главное, что с глушителем стреляла я. Попрошу. Но тут, в принципе, вовсе не остался. Это хорошо. Чё, лошпеты? Чё, кого? А! 10 выстрелов, одно попадание. One shot. 10 shot, one kill. Так, ладно. Секрет, секрет. Есть еще... Ох, ёб твою мать. Я попрыгала. Лицо, это лицо. Жалко, нет такой, когда остался. Мне тоже его не хватает. Признаюсь, честно. Блин, у меня заело, короче, мистер Робата. Все, мы будем слушать его в конце стрима, ребята, извините. Как бы он вам нравился или не нравился, мы его послушаем. I hoped that I'd find Fabiana sooner than later, if at all. Здорово, пацаны! Дыщ! Дыщ! Кто стреляет? Падай! Очевидно же, что я профессионал. Так, ну-ка. Ну нафиг этот стелс, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кто там еще стрелять собрался, а? Ребят! Черт, знаете, придется закинуться. Было близко. Так, на Е, да? Я пан в прыжке! Что это? Нет! Мой план не удался! Мой план не удался! Здорово! Ты пошел ты! Ты же умер, да? Ты же умер? Он умер, все нормально. Я контролирую ситуацию. Так, тихо. Что, серьезно? Ты пес, а? Он по мне попадал в коленку. Ах ты говно. Дома аригато. Нее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 
Что я делаю? Так, патроны есть. Но сердце. Тен-терен-тен-терен. О! Да ладно. Кто это сказал? Вам показалось. Я понял, кто это сказал. Я не поняла. Нет, полезу там. Там прикольно. Кто так обзывается? Сам так называется. Понял меня. Ой, какие звуки страшные. Что творится-то? Может... Так. Как
я попала? Я не знаю. Ладно, стелс. Да, кажется, оттуда. Ну да, я же его видела. Черт. Черт. Не попадешь. Не попадешь, лошара. Потому что я профессионал. Очевидно же, почему. Правильно? Так, это труп, что ли? Да, это труп. Секрет. Агада, секрет. Да что ж такое-то, а? Чего? Хп-то не осталось, слушайте. Паншот, панкей. Кажется, это был ластецкий, и мы ему прострелили ухо. Живем. У нас целый один выстрел. Здоровечко есть. Великолепно. На целый один выстрел, ребята. На целый один. С 2012 года игра, ну, типа того. О, я хочу. Там что-то есть. Я иду туда. Не иду. Почему? Я хочу. Ладно, пошли. Доходим. That was the chair that she had been held in. I had just missed them. И сумочка ее, класс. Но мне нужны только таблетки. А есть еще чем закинуться? They've been making a reality show starring Sao Paulo's favorite housewife. Probably thought it would grease the wheels with the ransom money, but it only made me want to shove the cash down their throats. She was on the move. If they'd finally decided to kill her, I wasn't doing anything to persuade them otherwise. Где? Неважно. Мне кажется, тут какой-то босс-файт сейчас будет. Судя по очень стрёмной локации. Частей нет здесь. Её там что, пилить собрались? Такой мой Снейк. Надо прыгать, прыгать с балкона. Прыгать с балкона, slow motion, ставить хедшоты. There she was, right in front of me. The drunk fool in me wanted to make a play. But I had just about enough sense to know that I'd end up with another dead girl in my arms if I did. Проверка, давайте. Да что ж ты? А что я сделала? Говори, я не вижу, короче, ничего из-за... Пошёл ты, я прыгаю! Что я делаю? Скажите, я прыгаю сюда. Я хотела прыгнуть с балкона, как просто... Давайте убьем дальнего. Да в смысле, я же в тебе... Так. Тихо. Danger, danger. High voltage. Так. Сам такой. Чё обзываешься? Плохой. Прыгаю, прыгаю. Вот это да. Вот это да. Ну чё, пацаны, есть таблетки? Очень надо свернуться. Чёрт. Ну ладно. Сейчас, подождите. Дома
Аригато, мистер Падо. Да. Ну, почти. Надо было сделать так сначала, но это не считается. Опа. It seems Serrano's boys had targeted the entire Bronco family and didn't give a shit which one they pinched. Почему бы не похитить женщину, когда она есть? Это что, трава в пакетиках? Еее. Прикольно. Открываем дверь, да? I opened the door to the next circle of this low-rent hell. Ну ладно. Следующий уровень ада, говорит он. Ну ладно. Я тут сейчас наверх поднимусь, может тут есть таблетки. Там есть кусок золотого оружия. Тут я вижу отчетливо. Опа. Еее. Так, а в бочке ничего нет? Две из трех деталей. Так, там. Хилок только нет. Здорово! Не в того целилась. Не в того. Вот это я понимаю. Вот это да. Ух ты. Ух ты. Привет, Алексеюшка. Кому арикато, мистер Рапато. Или дробовик. Ух, йо. Slow motion. Кто еще ко мне? Кто еще ко мне? Вот урон. Ты что, выжил? Серьезно? Так, он умер. Здесь что-то есть наверняка еще. Вхожу в прыжке! Ух, ё, тыщ, тыщ. Тыщ! Так. Ребята, я вижу наркоту, но я не вижу таблетосов. Подождите. Serrano was reading his reviews. Vain chump. The newspaper was plastered with the news of the first kidnapping attempt. Так. These were the floor plans to the nightclub. Seemed Mr. Serrano like to be prepared. Proper little boy scout. Красиво, да, но это было неплохо. Но это не сравнится с тем моим великолепным выстрелом. Через два стекла машина. Давайте это признаем. That gangway would get me through. Что это там сверху? Давайте через верх пойдем. И все это на большой гигантской сансе. Просто огромный. Как? Тут дальше шутка про мамку должна быть, ее не будет. Чего вы там орете, команда? Я туда поехала. Воу, ланок? Да, нормально, нормально. Бочка не простреливается. Чё творишь, пёс? Мы пропустили все немедленно. Уи-уи, тут бахнет час. Все нормально, все под контролем. Что стреляешь, а? Вот, на тебе. А ты чё стреляешь? Зарядку. Ну ты надоел мне, шайтан. Давай, уходим. Уходим. Ну, это так тоже нормально. Да, да, да. Почти не задело. Все под контролем. Ладно, давайте. Ну, почему бы нет? Я прыгаю в пули. Знаете, мне кажется, нам сейчас придется сначала. Пахнет. Спаси меня. Нет, им плевать. Ну
нифига себе! Я красавчик просто. И я пошла от бомбы. Еее! Так. Кто орёт? Мэри говорю. Так. Сейчас подождите, я сейчас так красиво сделаю. Кто говорил? Где? О, здорово! Медали! Пусть мне для этого пришлось прыгнуть с ангара. Точнее, с контейнера. Это не считается. Ну, в смысле, все нормально. В смысле, так и задумано. Да что здесь, извините? Где мои таблетки? Я зависима. Мне нужны их. Мне нужны таблетки. Надо есть, срочно. А то я буду прыгать. Я буду прыгать с контейнеров. Плохо себя вести. Только дайте мне таблеток. Пожалуйста. Да. Ну ладно. Представляю, как Макс после тяжелого дня приходит домой и такой... на кровати. В слоу-моушене. Так, кто здесь? Пересечь док. Ты что, наркоман, что ли? Пошли в дом сюда. О, там чё? Malaria tablets might have been more useful out there. Та-та-та. Блин. Неприкольно получилось. Так, сейчас посмотрим. Нет, нельзя смотреть бумажки. Тогда просто активируем. Дропы? А, битрейт что-то падает, но он возвращается вроде. Он вроде возвращается. Но он теперь опять падает. Yeah, they were. Я не I had знаю, the feeling I'd been running one step behind ever since I got to this country. And maybe a few years before that as well. Битрейт, возвращайся. Битрейт, живи. Битрейт, живи. Он сильно у вас дропает? Потому что я вот смотрю, как у меня 5000 превращается в 3, потом в 4,5. Вот опять 3. 3,5. Так, почему это происходит? У меня Steam ничего не качает. Каждые 5 секунд, но я... Ай, нос чешется. Давайте подождем, пока он уже полечится. Вот сейчас приходит в норму. Окей. Но все равно падает, я вижу, битрейт. То поднимается, то падает. То поднимается, то падает. Но он больше 5000. В любом случае. 5100, 5200. Давайте. Он всегда больше 5000, но я так понимаю, все равно что-то фризится, да? Пропуск кадров 1-2%. Ну что? Ну что? Че, мне опять стрим перезапускать и менять сервер? Или нормально? Скажите. Если не фризится, мы продолжаем. По-моему, битрейт вернулся в норму только что, слушайте. Качает. Танец все вылечил. Ну чё, продолжаем? Давайте продолжим, а если чё, вы пишите призы! А куда идти, подождите? Туда, да? А-а-а-а! Тут люди падают, видите? Я упаду тоже, если прыгну. А-а-а-а-а! Навардаж! Пиратам нельзя, видите? <с
Я не знаю, почему я решила, что пиратам нельзя. Так, я... я лечу вперед, прямо на твой дробовик, потому что я не очень умная. Это очевидно. Ладно, я буду осторожней. Так, подождите. А чё это я с пистолетом? А как оружие сменить, слышь? Слышь! Возьми в руки нормальную пушку, дебил! Так, подождите. Как здесь оружие менять нормально? Один, два. Нет. Ладно, будем стрелять из пистолета. Окей. Ах ты, пес! Это что такое? Короче, давайте колесиком попробуем сейчас. А, реально колесиком, окей. Тут оружие было без шума. Нифига себе, что, серьезно? Давайте. Пошли. Нифига себе. Дым. Так, где еще один? Подождите. О, кусок золотого пистолета. Да.
гоните сюда. Класс. Так, подождите, а можно обойти эту штуку? Думали, это все закончится быстро, но это не так. Сюда пройти нельзя, правильно? О, можно, ну ладно. Чёрт! Нет, дурак! Не та кнопка! Божечки! По-моему, я убила всех, нет? Наверное, нет. Ух ты. Неплохо, но есть теперь новая проблема. У меня очень мало хп, я буду кнопки постоянно. Кто это сказал? Ты чё обзываешься? Так, кто ещё? Ещё одного корабль же не поплывёт, правильно? Знаете, мне это не нравится. Нет, это доска. Но кто-то на меня продолжает обзываться. Кто обзывается? Кто обзывается? А вы знаете, что это обзывается? Тут сам так называется. Нет? А вот так и есть. Работает, что ли? Подождите, что за фигня? Подождите, что за... Слоу-моушен? Что, слоу-моушена нет? Серьезно? Как это работает? Подождите. Еще один мужик пришел, а мне здоровье. Маловато будет. Так, один тут остался. Я не хочу сейчас прыгать. Сюда! А погнали! Чёрт, сука! Ну в жопу эти прыжки! Ну в жопу эти прыжки! Я так далеко ушла и так тупо сдохла сейчас из-за этих самых прыжков! Попрошу заметить! Просто втащилась. Так. Чё они там стоят, а? Чё стоите? Так. Где ещё один? Чё, лодка не бахнет? Мы всех убили в ней. Зато как красиво было, да? Так красиво упало. Это мой лучший прыжок. Так, лучше вот здесь вот так будет. Ну? Тыщ. Опа, я снова здесь. Это было, конечно, красиво, но я очень нелепо в ящик. Ах, ты пёс! Ну-ка, вот. Дерзкий шайтан. Что еще? А если там что-нибудь? What the fuck? Поле. Можно еще рвнуться разочек. Чего же держать?
спасибо, прыгнуть мы еще успеем. Блин, в первый раз вообще подохну, потому что ну. Тихо. Господа. Даже не думайте. По два хэдшота успела. Ха. Потому что я. Нет, подождите. Я вижу, там сидит чувак просто. Чё? Так. Чё? Та кнопка, опять не та кнопка! Боже, куда я стреляла? Тут был Марига. Вот сюда еще. Наконец-то. А что там, опять какое-то соревнование по кубку или что там? Да. Вообще я хотела бы, наверное, попасть на этот катер. Но я не знаю, возможно ли это. Что ты мне подсказываешь, что нет? Ладно. Не возит женщину. Оборачиваясь на взрыв. Пипец, ее разнесло там. Мне кажется, там щепки до сих пор падают. Slipping out of our grip. I was an overconfident jump of going into the jungle alone. Shit, more да confidence. Ладно, нет, нет, нет. Sir, is it right? How much longer, I don't know. No, fuck off! Check the side, Pete! I'm on it! Куда, откуда, 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 откуда? Стоп! Да вы, блин, серьезно? Вы, блин, серьезно? Я не вижу, куда я стреляю, чуваки. Кого-то я убиваю. Ну, не садись, убьё. Так, мы успели, да? Ладно. Что сейчас произошло? Я не поняла. Подождите. Какая она там вся грязная. Ну так и должно быть, потому что меня тихо печет, когда, знаете, какой-нибудь фильм про ограбление. И там... Уа! Боже. There's another boat in the damn way! I can't get a shot! Не-не-не, подожди, подожди, стой, стой! Наши, блин, на нами... А! Чё? Куда стрелять? Fuck! Понятно. We ain't gonna be floating Дайте much longer! Дайте бутылки, блин! Нееет! Чё, кого стрелять? Ну, нет, нет! Нет! Ой,
Я просто стреляю, просто стреляю. Просто стреляю. We need to get past that decoy bow! Shit! Grenade! Grenade! Down! That doesn't look so good. Пёс! Яр тебя, а не гранат. Got engine trouble! We'll fix it quick there, Captain. We need to move. Так, ещё есть куда стрелять, не? Уходите, вас многовато, если честно. Ой, 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 ой. Нет. Прицел. Бах. А он что это, он жив? О, сейчас бахнет. Over there, man, over there. Классно. Right, all right. Okay, who's in?
Так, кого стрелять не стоит? Кого стрелять? Вы прикалываетесь, у меня сейчас мой корабль. Да. У меня у лодки ХП не осталось. Стоп, стоп, что происходит? Алло. Что происходит? Что происходит-то? Что это было? Великолепно. Если сейчас то же самое будет. I'm afraid this shit's gonna come down to more than willpower. Come on, baby, come on! Give me this! We're gonna hit the pier! Нет, я не играю в пиратские версии Super League. Это из Стима. Это из Стима. Вы видели, да, как я прошла этот момент? Я просто зажала стрельбу и вот так вот мышкой водила. Easy gig, you said. Великолепно. What a fool I was to get involved in this madness. Сейчас будет долгая катсцена. Лучше дойти до нормальной контрольной точки с автосейвом. Ну давайте посмотрим долгую катсцену. Че, я буду скипать катсцену? Нет, не буду. Я видела, как Dark Souls так проходит. Девочка с закрытыми глазами убивала понтифика. Да, это было забавно. Но она завязала глаза и прошла. Как слепой ниндзя шиноби. Да. Долго будем смотреть, как он бухает. И жалеть себя. What is it with you in interior design? Huh? You really know how to give a place a great lived-in feel, huh? This is beautiful. Fuck off with the fucking wisecracks. Really, I'm not in the mood. Okay, sorry, bro. The boss wants to see us, so let's go, come on. Отлично выглядит, мне кажется. Take your time, man. Он даже майку не сменил. Unbelievable. Jesus. I heard that. Ew. Oh, give me a second. I'm not feeling so good. Bon dia. А под рубашкой даже не видно, насколько у нас грязная майка. Claro que sim. E o senhor bem pontual, não? Tudo bem. Ah,
Ругается. You fucking pair of clowns! I'm sorry, sir. We risked our lives several times over trying to save... I know. I just wish I knew what was happening and why. Yes. Who has it in for our family? I mean, just because we are rich and happy. Is that a good reason to hate us? I do a lot of good in this town. A lot! This is hell for me. As I told you yesterday, when I get Fabiana back, I think I will move us to Miami or Geneva. It feels like nothing good can come from living in Sao Paulo right now. I hope you're not giving up on our city, Senor Branco. Listen, we will catch the man. You have my word on that. Listen to Mr. Becker, brother. Yes, these are tough times, but we have been through before. Like when father died. Father had a heart attack visiting a brothel. Yeah, it was humiliating and embarrassing for sure. But now this is different. This is the Emperor. Well, she's not dead. Maybe we'll be lucky and get her back safe soon. I can almost guarantee it. If you do as I ask. Maybe. Be strong, brother. For your wife. I know this has been tough on you, but things will get better. For all of us. Hmm? Marcelo, pasos in my helicopter. This way. Sure. Пасос, не могу серьезно слушать. Mr. Becker? Senor? Let us give you a ride. Bom. Até logo, Senhor Branco. And may I say, you would be best served se contratar profissionais e não esses amadores pés de chinelo. Ах ты пес, я догадываюсь о чем-то. Até logo, Senhor Branco. А на английском не мог сказать, засал, да? I had so many plans, Max. Didn't we all? I was born into great fortune. Sometimes it feels like I have done nothing apart from being a rich man in a poor country. The men I talk to, they only see money. Now my wife. I am not naive. She does not love me for my body. Кстати, насчет синего кита. Мне мелкая сестра подарила кошелечек для мелочи. Am I? I don't know. I try to be. Maybe I'm just another rich fool. Just like the rest of my friends. Ой, он такой пыльный был. Com licença. Tem uma ligação pro senhor, policial chamado senhor da Silva. Diga que eu ligo mais tarde. Sim. Another band cop wanting a pension contribution. Do you think a pile of shit feels popular because it's surrounded by flies? Look at me. I'm a mess. O que está acontecendo? Meu Deus! Опять! Sim, pode entrar! Senhor, temos problema. O sistema de segurança foi desativado. I can see that! We got men entering the building, and the office won't lock down. Posso? Claro que pode! It's not working. There's a way to reboot the system. If I can get to the server room, I should be able to get everything back online. Strange. You pay a couple million dollars and you expect to push a button to be able to make all your problems go away. Like that was some useless junk and a bit of false confidence. Sir, let us handle this. You stay in your office, lock yourself in. Do not answer the door unless you know it's me. Let's go. I should be able to override the system if I could just get to the server room. What's going on? Nothing to worry about. Everything's fine. Get down behind the desk now, both of you. Ele tá aqui! Чё? Я здесь полежу, мне нормально. Мата, filho da puta! Я все бумажки уже... Подождите. Хорошо лежим. Это что, нога? Я подбила кого-то. Столы! Нет! Макс! Я думаю, это сохранение, не? Need to get you to the server room. Let's go. Por que não posso ficar aqui com você debaixo da mesa? Let's go. Come on. Okay. I'm coming. I'm coming. Come on. The real security guards had been run off, paid off, or bumped off. That left us. Ну все.
нет кнопки сохранения, так что я думаю, может, нужно... Нет, F5 не работает. Короче, выхожу, думаю, у нас есть сохранение. Да. И на сегодня мы закончим. На сегодня. Я был проблемой, которая пыталась стать решением. Все должно было закончиться именно здесь, но я уже слишком далеко зашла. Вот так вот. Да, это на сегодня будем заканчивать. Мы прошли, получается, первую часть третьего Макс Пейна. Всего части 3, по 5 глав. Я думаю, в 3 стрима мы уложимся с вами. Тем более, что на голову мыши дело пошло быстрее. Продолжим завтра, либо послезавтра. Я еще не определилась. Как всегда, анонсы будут в группе ВКонтакте. Вступайте. Вступайте в нее. Я сейчас передам кому-нибудь хост... А, подождите. Ё-моё. Мистер... Ро... Эй, ты чё, офигел? Рё... Ба... То! Как у меня концовка второй-третьей части намного душнее. Готовьте шоколадки. В смысле? Что ж там? Поняла. Окей. Так вот. Да, я в принципе все сказала. Увидимся с вами завтра, либо послезавтра. Анонс в группе. Сабы, выбирайте игры на сабдей, проверяйте личку на Твиче, проверяйте почту, кому приходят с Твича сообщения на почту. Приходите на сабдей. Будем разыгрывать игры среди сабов. И не только. Да. До встречи. Сейчас передам кому-нибудь хост и хорошего вечера. Straight.